Бэтмен. Ты полицейский с повадками мушкетера. Красим бамперочек, многострадальный наш, можно сказать, второй раз. Сейчас он у нас в первом слое лака. Вот так получается. Такая вот шагра. Вот эти очки, там все это уже покрашено. Ну, вот такие вот мусоринки есть. Но без них никуда. Такая вот шагра. Значит, между первым слоем и вторым делаем 20-минутный перерыв. За это время пьем чай. Сходим сейчас Андрюшку снимем, как он диски моет. Коляновские. Ну и потом приступаем ко второму слою. Погнали. Хотел вам показать коляновскую тачку. Андрюху ее уже тут помыл. У нас сегодня какой там 3 мая, да? А Колян опять одел зимнюю резину. Потому что в Лихославле плохие дороги. Видно, да? Какие дороги в Лихославле. Такие вот. Куски грязи. Он опять застрял в Лихославле, вот. Ну, мягко говоря, если осмотреть тачку Коляна, то может сложиться следующее впечатление. Смотрим. Вот такие вот антенки у Коляна есть. Их можно вот так вот поднять. Вот, вот так вот. Потом у Коляна есть шторки. Что еще есть у Коляна? Вот такая вот. Я не знаю, что это такое. Кошка. Пантера, наверное. Что тут еще интересного у Коляна есть? Собачка. Сейчас, ух ты, она еще открыта. Это, короче, та тачка, которая горела. Было видео, как Колян чуть не спалил свою тачку. Вот потолок до сих пор не поменен. Сиденье мы купили на разборке для Коляна. Тоже с дыркой, с прожженной. Вот такие вот тут цветочки у Коляна. Кубики, рубики. Собачка. Тяу, тяу. Что еще тут у Коляна интересного есть? Еще вот у него такое вот крыло мятое. И вот так вот криво приклеенные молдинги такие вот. Колян умеет криво клеить. Вот так вот они у него криво приклеены. И самое прикольное, что здесь есть, это вот так вот отремонтированный бампер. Прикольно. Короче, он зацепился чем-то. Здесь вот был вдир такой за дерево или за поребрик, он мне там говорил. Оторвало лак, грунт. И он, короче, с баллончика вот так вот залачил, обклеил. Так вот получилось. Здесь поподнимал старый материал новым. Вот такие вот зазоры. Вот так вот все стоит. Капот лежит на крыле. Здесь вот он слегка не совпадает с фарой. Здесь пришлось даже подпилить решетку, чтобы это встало. Фара вот так вот стоит, интересно, боком. Здесь вот такой вот зазор. Это я показывал. Потом решетка как-то непонятно тоже стоит, как будто бы не от этой машины вообще. Вот такой вот зазор. Вот капот. С этой стороны получше.
все равно как-то не очень. Так, здесь у нас капот лежит на крыле, на фаре. Вот это вот не помогает. Обычно помогает, когда вот так вот сделать. Сейчас не помогает. Ну, что еще? Вот эта сторона, короче, была бита. Я ему делал сторону. Вот так вот отсюда пошло след от этого, от отбойника. Вот до сюда вот где-то кончился. Так, ну а сзади? Сзади ничего интересного. Такая вот свистулька. Вот такая вот тачка у Коляна. А мы пойдем красить дальше. Ну что, все закончено. Чем можно же развестись? Да вы с ума сошли, какой развестись? Да мы вообще тогда убьем. Ну что, все. Вот так вот оставляем. Это был второй слой. Мусор есть, конечно, но куда без него. По-другому не умеем. Все, ладно. Всем покедова.